Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче». Поехали. В белорусских семьях почти половина расходов уходит на еду, об этом говорят данные Белстата. В расчете на одно домашнее хозяйство расходы составили 1610 рублей, это больше 40% расходов. При этом 33% расходов уходят на непродовольственные товары, а 23,5% на оплату услуг. Помните вчерашнюю грозу? Так вот, это были еще цветочки. Ягодки пошли сегодня ночью и немного утром. Были затоплены улицы, сильный ветер валил деревья, молнии били в дома, возникали пожары. Без электричества остались 28 населенных пунктов 9 районов Гомельщины. Короче, вот так не на шутку разбушевалась стихия. А как вы пережили непогоду? Посмотрите, какую яхту построил гомельский айтишник. Как пишут «Сильные новости», судно, которое назвали «Аистенок», уже окропили шампанским и спустили на воду Обкомовского озера. Мужчина купил проект в интернете. На работу ушло 3 месяца и 700 долларов, но, как признается сам умелец, это не деньги, когда ты вкладываешь в работу свою душу.